Всем привет! Здоровайся! Да со мной здороваюсь только сейчас. Не хочется. Да? Расскажешь, как у тебя дела? Куда бегала? Рассказывай. Да? Туда бегала? А там что было? Порядок наводит. Ночной с вами огородный блок из деревни. Как у тебя дела? Рассказывай всем. И сразу, как я задаю вопрос, она начинает приводить себе порядок. Ну, мадам, надо было подготовиться заранее. Что вы не подготовились к интервью? А? Кс-кс-кс-кс. Говорит, что? Все, подготовились, на вопросы будете отвечать? Нет? Такая у нас мадам тут. Неподготовленная к интервью. Свекла мелкая осталась. Была мелкая, сейчас уже нормально подросла. Я ее сорву и возьму с собой. Раз надо свеколку будет. Какой-нибудь салатик сделать. Может быть, под шубой. Что-нибудь сделаем. Вот такая вот серость. Но вроде дождя не обещают. Наблюдает. Так, у нас такая серость. Трава еще зарастает. А клубника цветет. Я хочу собрать перцы. Ну, знаешь, перец уже все заросло. Немножко болею. И так тоже суставы болят. Наклоняться особо, скакать. Фантазии, скажем так, нет. Хорошо растет горчица. Папа сюда золой немножко сделал. А как будет удобрение у нас? А вот тут, возможно, он хоть и перепахал, но... Да, она тоже сходит. Ее бы было бы неплохо еще раз перепахать. Ну, кое-где жестко, а кое-где прям, смотрите, хорошо получилось. Подрастет, потом весной ее скультивируем или спашем. Ну, сейчас уже скоро морозы обещают. Даже снег, по-моему, стоит, дождь. Ну, долго хорошая погода была. Папа сам вот на тракторе пахал. Он первый раз до этого ни разу не пробовал. Взял плуг, так говорит, попробую, раз пахать больше некому. Так, идем в теплицу, посмотрим, что там творится. Теплицы мне тут заросли. Можно будет в следующей неделе перекопать все. Так, что в планах? В планах посрывать перчик. Конец уже осени, да, сентября. У нас перчик вообще еще растет. И так как скоро обещают заморозки. Смотрите, какой цвет интересный. О, фокусируйся, ты что? То надо пособирать. Ну и как бы хватит, пора уже теплицу тоже дать отдохнуть. Ну, наверное, мелкие оставлю, а крупные соберу. Более-менее вот такой хороший. Но опять его, смотрите, едят. Ничем не стало посыпать. Ладно. Пособираем. Хороший перчик. Там и подъели. Вот опять дырка, смотри, что. Ну ладно. Порежем его, уберем в холодильник. А кое-что я вообще, наверное, если тут ничего уже у нас нету, сейчас перчатку одену, я уберу. Ну, мелкий пусть еще растет и полью я. Мне кажется, потому что мои его не поливали. Вот тоже, ой, какой интересный такой вот перец. Женщина давала, который вырос. Такой длинный. Берем перчик. Уже достаточно хороший. О, прям гигант. Подростка. Мелкий еще оставлю. Ладно, хотела совсем весь поубирать. Курцы тоже пускай папе скажу, пусть уберет. Сейчас посмотрю, там что поесть. Есть, нет. Ну все, что, осень. Осень прошла нежданно.
и негаданно. Вот второй урожай перца мне почему-то больше нравится, чем первый. Он обильнее, ему перчику не так уже жарко становится. Нормально он себя чувствует, цветет. Ну и вот едят листочки. Ладно, вот мелочи оставим, а покрупнее соберем. Что зарастает? Родители тоже больно, теплицы уже не ходят. Мы сегодня польем. Ну что, нормально. Пару кустиков и почти пол ведерка. Огурчик. Остатки роскоши. Сорвем. Заберем с собой кушать. Ну и, наверное, больше ожидать чего-либо не стоит. Надо убирать и готовить теплицу к зиме. Потому что уже вот тут тоже оно такое себе. Ну, огурцов было достаточно. Возьмем себе, скушаем, сделаем салат. Самый последний, первый вкусный огурчик, первый и последний. Так, нашла еще огурцов. Пол ведра. Большой огурец сразу курочкам дадим. Пусть кушают. Вот тут у нас опять лупоглазая красота. Еще одна красота. Да? Ой-ой. Чем-то вкусно пахнет от рог. Вот тут вот. Пушистое чудо. Корма вам насыпать надо. Ой. Кому такое чудо? Ой, какая чудо. Все хотят кушать. Да? Кушать хотят. Сейчас дадим кушать корм. Расскажи меня. А ты меня делал кусь в прошлый раз. Поза палец прям так вот схватил и так вот укусил. Злобный кот. Сейчас дадим кушать. Все хотят кушать. Пучеглазик. Да, пучеглазик. Ой, какая. Ой, бояка. Ой. Не бойся. Идем кошечка. Кошечка такая сразу прям хитна. Кошечка, кошечка, конечно. Кушают все. Пушистая будет. Кому нужна кошечка, пожалуйста, обращайтесь. Держок, как обычно, и скачей. Ой. Так, ты здороваться будешь? Да? Ой, привет. Ой, ой. Ой. Как у тебя дела, расскажешь? Хорошо у тебя дела? Да? Ах ты это, Маша. Успокойся. Садись. Кушать хотят. Сейчас будет их папа кормить скоро уже. Ты голодная собачка. Голодная. Так, сядь. Лапу будешь давать? Лапу давать будешь? Нет? Не будешь? Ну ладно. И лапа почему-то перестала долочь. Мамкой спряталась. Эти глазки красивые, у нее тоже очень красивые глазки, пушистые будет. Да? Ка мы идем, сорвем свеклу. Там подросла, я вам показывала. Малина тоже еще висит. С цветочками все хорошо. Свекла прям маленькая была. Да, вот хочу на следующий год, если будет фантазия, посадить клубнику. Если родители ничем не заебут заранее. Посмотрите, красивый гладиолус какой.
Еще немножко и надо будет убирать гладиолус. Классные вообще, шикарные. Никогда таких шикарных не было гладиолусов. Вот это вот надо срезать сейчас или попозже? Посмотрю в интернете, не знаю. Это вот у меня тут. И вот свекла как георгины шикарные, тоже желтые. И такой обычный. Желтые вообще классные. Кашель мучает. Сухой. Так, ну и вот смотрите, свекла достаточно хорошо подросла. Хочу сделать салатик. Сейчас пару штучек ее выдернем. Вот такой у меня получился субботний, да, осенний блог. Всем спасибо за просмотры. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Пока-пока!